1990 году в городе Видное была открыта 8-я школа, которая позже стала носить статус гимназии. С каждым годом образовательное учреждение становилось все лучше. Большинство педагогического состава имеет высшую квалификационную категорию. Выпускники гимназии становятся студентами лучших вузов страны. Наша школа является лучшей в районе и каждый год подтверждает этот статус. Учиться в этой школе очень престижно. Везде дают очень качественные знания. Ученики гимназии ведут активную общественную деятельность, принимают участие в различных городских и районных мероприятиях, а также сами стараются регулярно организовывать внутришкольные праздники, концерты, акции. Развивается работа и волонтерского корпуса школы. Энергии этих молодых людей можно только позавидовать. Мы очень рады, что в нашей школе учатся такие умные, творческие и талантливые ребята. С каждым годом в школе появляется все больше кружков, где дети могут получать дополнительные навыки. Каждый ребенок может найти занятия по душе. Ученики гимназии показывают хорошие результаты на спортивных соревнованиях, научных олимпиадах и других конкурсах. Они с радостью приносят родной школе новые победы. Это, безусловно, заслуга наших учителей, то есть заслуга нашей школы в том, что они воспитали у нас такие хорошие качества, и, конечно, большое спасибо им за это. Гордостью Видновской гимназии является музей, который пополняется силами учеников и преподавателей. Например, этому платью уже 1,5 века. В школе оно было передано работниками усадьбы Суханова, а одна из учителей его отреставрировала. Теперь платье, как и многие другие экспонаты, хранится в школьном музее. Здесь находится множество витрин, напоминающих детям о Великой Отечественной войне, а отдельное место отведено для альбомов с фотографиями жизни гимназии за все 25 лет. Учеников мы сюда не заволакиваем, они сами сюда идут. Учителя интересуются, ребята приносят свои открытки, свои работы. Мы все делаем для того, чтобы ребятам нравилось. В школе царит благоприятная атмосфера. Здесь все сделано для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Светлые просторные классы, коридоры, свежий ремонт, современная мебель, кабинеты, оборудованные по последнему слову техники. Гимназии уже 25 лет, но войдя в стены школы, кажется, ее открыли пару месяцев назад. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.